Едем обратно из Луганской области. Вот заехали в кафе покушать. А тут вот заезжают в это кафе солдатики. Здесь у них целый уголок есть. Шевроны. Мама, я пошел на улицу. Это я слышал, звоните. Сыночек хозяйки, видимо, говорит. Гитара, могут поиграть, видимо. Также в этом кафе вот здесь столы, можно покушать, и стоит машинка швейная, и здесь шьют повязки нашим ребятам красные. Белая, с одной стороны белая, с другой красная. Молодцы хозяева.